Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игры воинов. Так, в банке у нас 360 монет накопилось. Так, волна у нас 11-я. Как раз это было после мощной очередной волны. Так, денег у меня 1000. Слушай-ка, мне нужно, по идее, прокачивать юнита. Не хватает чуть-чуть буквально. Ладно, ничего страшного. Давай мы, наверное, следующую волну сразу возьмем. Бегут, бегут, бегут супостаты. На, затыкивайте их, затыкивайте. Так, усиляемся. Эй, у нас мало бойцов. Иди ты. Пройдем? Да должны пройти, ребят. Ух, это не факт, ребята, что мы пройдем. Сломают или нет? Лучник, ну. Ты видел, сколько у нас там осталось? Вообще чуть-чуть. Но, слава богу, мы все-таки прошли. Теперь, ребят, я прокачиваю нашего. Опа. Да, разблокирован новый юнит. Отлично, ополченец. Либо же фермер-ополченец. Вот ты сиди и думай, кто лучше. Блин, копейщики или все-таки вот эти вот. Блин, ну это, вот эти вот наверху крутые чуваки. У него нет слабости, да? Слабый против стрелков. Этот против стрелков, ребята, слабый. Смотри, ну тут очень крутое дальше идет развитие. Блин, ты что, выбор? Ладно, я, наверное... Сколько? Сколько 2200 стоит? Вы серьезно? Да фига, что-то, если честно, он стоит. Так, а что... 50% бонуса против юнитов. Сколько стоит? А, 12 уровень требуется. Так. Денег вообще, ребята, у нас мало. Единственное, что стену. Стену мы улучшим. Ну что, погнали, следующая волна. Я думаю, скоро мы еще возьмем этот. Опа. А нафиг я вот это взял, когда можно было вон тех взять. Давай сразу усиляться. Тыкаем, тыкаем. Куда ты, гоблин, с копьем там бежишь на меня? Такое копье больше, чем он сам. Вселение, само собой. Все, ребят, тут прошли. Волна очень. Волна очень. Так, новые... Нет, предложения новые мне не нужны. Ну что, наверное... Еще? Вот так вот сделаем. Я вот думаю, может быть, мне все-таки захватить. Так, тут у нас третий уровень не захвачен. Торгнуться. Подожди, а что я пикинеров-то не взял? Ой, дурачок, я не взял пикинеров, ребят. Так, у них баллиста. Есть, мы захватили. Мы захватили этот город. Так, денег не хватает. Ну, это ничего страшного, что денег пока не хватает. Мы тогда здесь сделаем следующую атаку. Такие с копьями. Уа-у-у-у. Посмотрим, насколько они, ребят, сильны. Ну, вроде бы... Вроде бы неплохо, ребят, да? Или плохо? Нет, плохо. Плохо. Ну куда ты-то тут? Да вы серьезно? Лучник, стреляй, гаденыш, пойдем. Правильно, все. Шиш. Победили. Слушай, дай-ка я, наверное, прокачаю лучника. И башню. И я готов. А, можно и так... Ну, это еще лучше. То есть и кинжальщиков наших, и ополченцев. Давай-давай-давай, мелких ханык этих валим. На 20-й волне, как мы помним, ребята, будет... новая волна, да, получается? Дави-дави-дави-дави их. Есть. Прошли.
Здесь мы тоже 644 монеты. Надо копить, наверное, деньги все-таки. Да, наверное, будем копить монетки. Конники плюс копейщики, да, здесь? Пока, слушай, неплохо. Да, лучше всегда брать разных, да, разнообразие всякое иметь, потому что... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Последние архаровцы. И есть. Два еще и выжило у нас. Мы могли еще призвать подкрепление, но я уже не стал. Опа-на. Разблокировано колесо удачи. Это что еще такое? Крутим. Это спин. Два гема я получил. Спасибо. 1199. Так, посмотрим юниты. Я, наверное, буду вот этих вот делать, скорее всего. Потому что они, ребята, у них нет слабости, видишь? И преимуществ, правда, особых нету. Давай, следующая волна. Раз, два. Куда бежишь? Твою налево издалека, а? Мелкий паршивец, давай его кали, кали, кали. Отлично. Всех их на каркалыгу. Тишу. Блин. У меня три последних. Нет, не три последних. Вызываем подкрепление, ребят. Бегут, бегут, бегут к вам. Родненькие мои. Вот они. Разорвали. Просто в смяточку моих. И вот теперь... Нет, все равно не хватает. Я знаешь, что думаю? Может быть, нам... Вот так вот докачать. И попробую, наверное, взять... Вот этот вот. Торгнуться. Тут, видишь, пока две волны написано. Оу, щет. Блин, а что нас так... Так быстро расфигачивают, что ли? Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Стены, родные мои, бомбим. Есть. Выбили к чертовой бабушке стены и побежали. Ну что, захватили, значит, прокачиваем. Иначе и быть не может. А что если мы это захватим? Мы потом дальше пойдем, да? Получается, эту территорию захватываем и продвигаемся дальше. Вот такая вот ситуевина. Ну что, друзья мои, 17-я волна, скоро будет 20-я. Скоро будет 20-я. Ну что там, где враги? Да, лучше, конечно, у наших ворот драться, я так думаю. Далеко не стоит отбегать, блин, потому что там нас как-то раскрамсывают. Давай, 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 давай. Выбегайте. С усилением, естественно, с усилением. А как еще-то? Последний. Хе-хе-хе-хе. Лучник его зафигачил. Ну и правильно, так ему и надо. Так ему и надо. Давай, наверное, сразу же следующую волну вызываем. Пускай они бегут сюда ко мне поближе. Тут, видишь, время идет, главное. А, у нас два лучника уже, оказывается. Вон один еще стоит, видишь где? Раньше был тут, а теперь вот здесь еще стоит. А, тут копейщики и мечники, да? Противники. Конницы не будет. Эй-э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 й. Давай-давай-давай-давай-давай. Чуф-чуф-чуф-чуф. Так. С этим разобрались. Почему говорил всегда лучше возле наших ворот, ребят, драться? Потому что... Вот, лучники попадают. Хе-хе-хе, полегли. Но уже, ребята, не хватает запала нам. Запала уже не хватает. Юниты. Ну что, ребят, прокачиваем. 2900, это следующая прокачка. Потом только откроется у нас мечник. Да уж. Я готов. Ждем. Что ты там брыкаешь мне? Брынкает он. Блин, зря вы туда, конечно, побежали, пацаны.
Вот им не имется-то, а. Вот у них руки-то чешутся. Есть, запинываем. Втыкали чувакам. Все, ребята. И сейчас уже будет 20-я. 20-я, ребята, волна будет. Ух. Улучшить. Сколько стоит улучшение? Я вот не вижу, ребят. Не показано. Башня. Вот так вот сделаем. Так, ну что, готовы? 20-я волна, ребята, все-таки, как ни крути. Поехали. Ждем. Так, лучники мои стреляют, поэтому не зря, ребята, я их тут начал прокачивать. Это что, катапульта? Вы серьезно? Сейчас будет катапульта идти на нас? Да ну. Точно? Ты прикинь. Фух, мы справились. Нифига себе, откуда у них у гаденышей? Откуда у них катапульты-то взялись, а? Петрозады какие. Бежит, 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 бежит. Так, давай-ка вызывать уже потихоньку. Убегай сразу же начал. Слушай, у нас что-то тут очень быстро начинает разносить. Вот именно лучники, копейщики, вот эта вся погонь. Не справляемся мы. Вот что я хочу сказать. Так, что там? А, уровень мы подняли. Это, конечно, хорошо, что мы подняли уровень, но мы проигрываем. Зашибись. Зашибись. Так, может быть, мне назло пойти сюда, вторгнуться и захватить. Ага, вот для чего нам кристаллы нужны. Для покупки хилок. Что, игра зависла, нет? Ну да, что-то какой-то небольшой зависон был. Успеем ли мы? Вот в чем вопрос-то. Один. Не, тут слабоваты мы. Там еще и конница скачет. Вот это да, вот это мы попали. Блин, и там волну не могу пройти, и здесь не могу пройти волну. Вот тебе и зашибись. Причем с конницей мы как-то быстрее справляемся, чем, например, с этими самыми гоблинами. Давай, 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 за это. Закикиваем, да? Так. Последний, последний. Нет, блин. Фух, прошли с горем пополам. С горем пополам. 2400. Так, юниты, да? 2400, сколько ты стоишь? Блин, 2936. Надо тогда дальше двигаться. Ах, гаденыш, я думал, подойдут поближе. Они начали издалека просто расстреливать. Да на тебе мелкий хмырь. Упс. Упс. Чего вас так много-то, эй? Барабульки, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Этих мне не достать, прикинь.
Куда побежал хмырь? Мы буквально вот на грани фул, ребят, играем. Ну, теперь-то я думаю, что мне хватит прокачать еще на один уровень. И это нужно 3300. Только уже со следующего уровня у нас появится кто там? Мечник, да, откроется? Вот такой вот. Окей. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.